Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Ну что, возвращаемся в игрушку под названием... Mixtermination Force. Да, ребята, в общем, эпоха челленджей и алдов продолжается, и сегодня непростой челлендж. Несколько ребят написали действительно интересную тему, только рукопашка, только ближний бой. Только бита, лопата или молоток у Юли. В общем, аккуратнее сразу же. Все остальное используется с удовольствием. Лазь, ты не в ту сторону бьешь. Слушайте, я сначала проверил за кадром. Все работало, все замечательно. Есть еще некоторые челленджи, которые можно будет испытать. Но боссов мы выбираем на рандомайзе, если что. Так, вот здесь я уже не знаю, как... Надо залазить на него, наверное. Ага. Не-не-не, достает и так, Юль. Надо просто... Слушай, а достает ли... Тихо, по ноге бьет, если что, вроде как. В общем, не забывайте поддержать лайкосиком. Заходите в телегу, куча новостей. Да, Юль, молодец. А, нельзя? Можно. Отбить. Бей по ноге, он должен вроде как упасть. Я уже плохо помню, как он там. Блин, да что я все словила просто. Так, давай, мигает уже. Практически. О, все, и теперь по... Миша, погоди. Все, ударил. Блин, ну это очень сложно. Это один из крутых челленджей. На самом деле... Вроде как не самый популярный ближний бой был сказан. Так, в основном. Тихо, отходим. Разные были там интерпретации. Поэтому, если вдруг в голову придет еще что-то интересное, пишите, да. Реализуем, как говорится. Боссов все равно немного забыли. Повторах, как сказать... Ой, я случайно нажал, по-моему. Хотя повторки, я думаю, можно юзать на самом деле, потому что челлендж-то другой. Мы тем более стандартный челлендж, да. Если не смотрели, гляньте, там было возвращение к Mixtermination. И что я хотел просто сказать, что... Я вообще, Миш, всё, сейчас не слежу за твоей речью. Но стандартным челленджем мы не всех же боссов, как говорится, опробовали. Блин, долго. Нам еще писали про 3 звезды, но это потом еще разберемся. Типа на скорость выполнить? Да, но сейчас вот у нас одна задача. Юля, аккуратно. Мне кажется, они быстрее летят. Нет, тебе кажется, слушай, можно просто стоять. Зачем я вот прыгаю? Так. Ага, но разве тебя не коцает? Нет, пока пилит, он не коцает. Да? Нет. А, блин, тебя только я ракет коцает, так что... все время из-за этого. Так. Ну, что ж ты не сказал-то? Вот во, сейчас, все. Ничего не делал. Ну, наконец-то. Еще, так, аккуратней. Еще. Блин. Бьем по ноге. Так. Жизни есть. Бьем. Видишь, он тебя не пилит вообще. Ага. Да, ну тогда. Так, шухер, давай лучше просто аккуратно, жизнь дороже. Конечно. Молодец. Все, я бегу. Так, все, давай. Во, это. Все, да. Готовимся. Потому что очень долго от удара. Ну, вот, видишь, хотя удар я нажала, долго, я понимаешь? Поняла. Я уже не била в этот момент. Все, шухер. А, это не страшно. Сам на себя принял. Отлично, чувак, молодец. Блин, ну это просто как копатель онлайн, пока вы тут расчехлишь. Все. Лупим. Блин, вот это челлендж, кстати, интересный. Я не уверен, что... А тут? А тут что делать? А залезть как-то, может быть, на него? А как? Ребят. Ну, слушайте. Так. Двойной прыжок не работает. Как? Что делать-то реально? Я залез ему на тело. Ну, я не знаю, как Юля сзади оказалась. Ну, слушайте, здесь вот возник, ну, вопрос. Че, я вообще хоть что-нибудь могу делать? А как раньше надо было? Стрелять. Ну, хочешь сказать... Стрелять по глазу надо было. Да? Конечно. Ну, если что, я даже не знаю. Потому что... Ну, меня вот космос. Он упал. Ну, как я вот его... Стой, я постреляю. Да, он, видишь, оно рушится, если стрелять. Ну, как вот, ребят, мы тут физически не достаем. Я вообще там застряла. Ладно. В нем, Миш. Это исключение, грубо говоря, во всех остальных местах, где есть возможность бить, будем бить. А сейчас надо, как сказать... Я тоже, чтобы он это упал. Давай, работай. Я просто там застрял. Ну, и такое бывает. Так, видишь, ну все. Супер. То есть, знали, ну, принципе, бы, разрушили быстрее, да. Бы. Причем... Ну, я считаю, что это все равно засчитывается. Ну, а как иначе? Там невозможно. Итак, следующий рандомайз уйдет 12-й у нас. Но, говорю, если повторки, все равно юзаем. Ё-моё, слушай. Вообще. Вы уверены? Ну, давайте. По-моему, это отвратительный босс, я не уверен, да, что... Да, учитывая, что ближним боем... Я вообще, ну, насколько помню, он сложный. На то он челлендж. Так, только верхний, да? Сейчас, вот эти надо. Типа залазишь... Двойной прыжок работает. И... А! Ну, бить можно, то есть пока работает, Юля, если что.
Слушай, а лупится так. Неплохо. Ай, пила! Да-да-да. Я надеюсь, у меня вот эта вот штука. Двойной прыжок здесь работает, если что. Жесть. Прям, стоп, прям на пилу. Так. Лава. Да-да-да, ты не помнишь? Да помню, просто я к тому, что я упал на нее. Блин, а я... Ладно, хоть жизни побольше. Тут, видишь, еще... Да он меня, блин, своей тушей... Под пилу вот попал. Вот сюда, вот сюда. И в лаву, господи. Ну... И пила опять. Нет, пила повезло. Так, вот эту надо. Ну, а что не попадает-то? Если с другой стороны не попадает. Все, так. Я оголил кнопку, оголил так. Кнопку. Ну ладно, сейчас пока пристреливаемся, не страшно. А слушайте. Yes. Да ё-моё, я затерял себя. Так, вот нам нужна кнопка. Вот это сейчас кнопка. Все равно выпили. Так. Есть, попал по кнопке. Короче, слушайте, а ведь на самом деле эти челленджи можно просто полностью проходить. Надо было стандарт челлендж полностью пройти. Просто всех боссов. Кирдык. И теперь, ну или как? Ну, в общем, пишите в комментариях. Давайте решим, в общем, как лучше. А что, не пробивается, типа, через тело? Не, я же говорю, нет. Юль в своем мире. Так я тебе говорю, я супер сосредоточена. Так, кнопка. Блин. Сейчас сгорю нафиг с этой кнопкой. Все, две кнопки оголены, Юль. Есть. Еще красная осталась. Есть! Только у нас жизни нет. У меня, да, у меня одна жизнь всего. О, боже. Ну как вот это не стрельбой можно одолеть? И опять. Блин, ну еще что-то с управлением. А где я сдохла? Я вообще трэш, себя потеряла трэш. На мгновение и все. Так, попал. Так. Миша, а у тебя еще и островочек, да. Вот здесь прыгай. Ну как бы... Да уже мне хана. А он не ц... Так, ладно. Так. Это было непросто. Примерно поняли. Но в целом-то это реально. Ну давай, сейчас нам просто в некоторых местах, где пилы, оббегать. Сейчас я вот так сделаю, короче. Молодцы. Ну, нужно вот именно кнопки разбомбить. Все я остальные, пытаюсь. Все остальные места... Не... Фух, я... Эй, ну вот, на! Небольшой импакт так. У меня какой-то. А! Ой. Попал вроде. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, кнопочка. Ну все, мне ай, сейчас... Стоило жизни мне. Блин, я почему-то не... Как-то лишнего прыгает. Вот это бы ударить, конечно. Я ударила и упала. Ай, опять стоило. Еще раз ударила. Их но... несколько раз надо ударять. Видишь, одна голена. С той стороны без толку бить. Yes. Вот иногда вот как вот это. Ну а куда вот никак, я денусь? Все. Так, здесь еще одна кнопка. Блин, оголилась. Так. Кнопка а, есть, блин, разбили. Я не заметила ее. Так, вот желтая еще. Юль, молодец. Да блин. Да ебать. Yes. Хорош. Ну слушай, результаты лучше. О, я тортик съела. Юля, аккуратно сейчас поднимется лава. Я поняла. А зачем деньги даешь? А, покупать. Слушай, мы можем же типа экстра жизнь покупать. Куда мне деться? Ты куда мне деться, мама? Так. Допрыгивай, допрыгивай. Сейчас только на него. Блин. Ау! Ай, пробел! Так вот, я, блин, на этом же и запоролась. Тихо, пила. Ё-моё. Ну это жесть. Так. Да блин, импакт очень долгий. Да, детство. То есть ты бьешь, на воздухе застреваешь. Блин, ну это так, жесть. Очень всё, сложно. Я сдохла, Миш. Очень сложно, если честно. Сложно. Но, не, я даже бить не буду здесь. Так, а должен еще. А, мы же можем туда-сюда по нему реально шариться. Да. А, цепляться еще можно, Миш. Да, да, но это. Занятие. А я могу ведь, да? Да, можешь бить, пока зацеплен. Вот. Ну вот это вот, да, решающий такой момент. Наш косяк. Перепрыгивай. Да, блин, уже битый замахнулся. Ты ведь мог зацепиться, например. Эй, ой, я шар не заметил, простите, я вообще его не видел. Миша такой я маленький. Я настолько сконцентрировался на чем-то другом. Слушайте, если что, сейчас его скипнем. Ну, мы уже ближе. Мы знаешь, как что? Можем просто вот реально полностью пройти всех их на рукопашке, если что. Просто вычеркивать из списка, кого... О, тортик. Кого завалили? Юль, я если что, это... Зацепляйся, да, не забывай. Хороший твой совет был, между прочим. Твой же, Юль. Так понятно, но... Так. Красная кнопка. Разбил ее нафиг. Так, теперь только верхний, да? Ай! Сейчас...
Так, а как мне на верхнюю часть попасть? Да блин, чё ж ты не бьёшься-то? А мне не за что было зацепляться. Все, я держусь, я снизу, я даже урон не получу. Ну ты хороший. А, сверху ещё бы. Ой, а нет. Блин, чё за фигню я сделал, а? Да... Блин, не попал. И зачем получается? Сверху ничего нет. Ну он тут вот в этом было. А, вот блин, одна пила есть. Сейчас. Так, вот тут. Молодцы. Юль, Юль, ты потерялась, да, ты ушла. Ё-моё, мне надо было перса, на самом деле, другого брать. Там вот розовенькая была тетя. О. Надо было ее взять. Да я опять провафлилась. Ну, Миш, сорян. Да ничего страшного, все просто... нормально. В том смысле это, внимание рассеялось. Нормально. А, блин, понятно, это значит не я виновата. Они просто еще реально топятся со временем. Ну, они исчезают, да. Блин, ну засмотрелся. Я так ждал этот щиток. Чертов. Блин, причем что, не к сожалению, уранил. Ага, блин, да блин, я все время смотрю на щиток. Мне не дает игра, да совершенно. Дай! Молодец, Юль. Результат хуже, чем предыдущий. Да. Но мы стали сильнее. Я думаю, что челлендж надо было по нарастающей, то есть боссов, а не на рандоме, если честно. То есть проходить челлендж как игру, как они новую. Тоже топятся! Юля, они сейчас все исчезнут, я тебе хочу сказать. То есть надо так на него залазить. Делать? На него. То есть, все. Так, а надо было его расчехлить, чтобы еще... Ну, это по ходу дела, по ходу пьесы. Ну, трэш! Просто видишь, что ты трэш. Сделаешь. Трэш! Ну, умру сейчас. Спасибо, Игорь. Не, надо взять кого-нибудь послабже, потому что это просто мучение. Не, все. Я не готов, честно. Я не готов пока. Так, к такому я не готов. Я предлагаю... пирожки. Что у нас по рандому? Цифра 6. А кто это? А это был так, уже. Был. Так, значит, ну, мы уже был. 8. 8, да, у нас. Блин, ну что мы все сложных там? Давай. Ну какие есть, я не знаю. Жесть, это так. Очень сложно. Придумал же кто-то, вот спасибо. Да, бьется. Бьется, бьется. И причем так нормально. А, еще и то. О, боже, боже, так. Боже. Я совсем забыл, что это. И на него можно залазить. Так, турель сбивается. Раздавил меня. Надо жизнь дополнительно покупать, если честно, в такой ситуации. Так, а что, я не могу запрыгнуть так, там? Так, отлично. О, так. Тортик выпал. Можно... Ракеты! А, он ноги поднимает. Так да. А что, сюда-то нельзя залезть? Он еще эти... Блин, он скидывает. Так, уходим. Еще вон появились его прихвостни. Миш, я не знаю, можно ли до туда. Так, вообще? Можно, можно. Это сбивается, если сбивается, что. Сбивается, да. Так. А, да, слушай, не факт, я не знаю, что дальше. Ну как-то можно на него залезть явно. Как вот перейти-то ему на другую сторону-то? То есть, типа, во, все, ща. Так. Да ё-моё! Он... Может, он стопорнется, нет? Это очень сложный челлендж. Очень сложный, ребят. А стоп, а как реально залезть? Надо найти ногу, которая даст залезть. А, все ясно. Наверное. Наверное, это правда. Трэш, еще ну, два... Все, поднимай давай свою... Это... Лишь... Надо жизнь покупать ее. Как долго оно еще считает... Ну быстрее, ну быстрее. Все, я влип. Ну что вот он встрял? Вот ты сейчас залезешь, тебя током будет бить. Смотри. Смотри, да. Что. Блин, я же на ноге у него был. Ну, простые, конечно. Но мы хотя бы одного завалили. И хватит. Так. Оно не пролетает сквозь, нет? Так, ну и чё? Надо тут как-то по шишке попасть, да? Типа. Ага. А, здесь нельзя же залезть, точно. Это надо с другой стороны собрать. А немного ли? Ща. Так. Одна у меня жизнь осталась. Блин, сейчас бы... Все. А, ты умер? Да, я под ногой сдох. Да блин! Четко. Это вообще, это супер тут начинается, страшня сейчас. Так. А, он еще по мне попадает. Да, типа вот дальше, и надо вот уже по красной ноге лупить, Юль, ты зря. Вот надо по красным шишкам. Так блин, а ты до туда дотянись. А не дотягивается разве? Нет. Хотя бы, может, вот отсюда дотянуть. Да, натягивается. Ну, слушайте, мы разработали план действий. Юль, молодец.
Не, слушайте, это очень сложно. Но интересно, мне нравится. Я бы прошел так игру. Первого босса мы завалили, что интересно. То есть, давайте как решим. Следующий челлендж будем. Итак, каждый челлендж по одной серии. Либо попробуем одолеть вот таким образом. Где не получится достать, то будем, естественно, стрелять, как вот с первым боссом. Так, я не помню, каким-то образом там. Вот сейчас он топает. Собака начнет. Блин, с копытами он этими. Так. Я буду еще все лупить, чтобы, ну, так как можно меньше было этих. А как ты сюда? Так, типа, с одной ноги на другую припрыгнула? Ну. Серьезно? По-моему, да. Да гадство, я все время попадаю под копыты эти. Так. 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 О. Тортик. Да господи. Деньги. Деньги на жизнь пойдут, я тебе могу сказать. Дополнительно там 40 тысяч это сердечко стоит. Надо будет покупать с этим челленджем. Серьезно. Хардкор мода. Да, надо его уничтожить. Блин, ну уничтожили. Ай, ракета еще. Еще одна. Блин, ну дай сбежать-то нам. Он сейчас прыгнет, наверное, нет? Ой, слушай, можно бить по ноге, она краснеет, Юль. Может, отвалится. Может, она поднимется просто. Да, он точно поднимает, господи, сколько деталей-то и уже не помнится. Да, да. Так, о, удачно. Так, тихо. Ну, конечно, не один, так другой. Мне кажется, надо брать какой-нибудь второго, третьего босса. Сейчас. Вот, вот сюда я, смотри, как залезла в прошлый раз. Ага, а эту ногу как? Смотри. Я тебя понимаю, но ведь нужно обе ноги уронить. О, все, я понял. Так, минус нога. Блин, почти вторая нога уничтожена. Капец, он смотри, что делает. Сейчас мы этого копытного. Все. А что, вот это? Мы дошли до новой стадии, Юль. А, еще вон как. Вон оно что. Оно и сквозь эту не бьет. Так. Трэш. Как-то ж можно здесь. Блин, он тут фиг поднимет. На эту Юль только с внутренней стороны бить. А, да как с внутренней-то? Надо ногу разбить. О, все. Главное, здесь даже не бьется. Так, спускаюсь. Блин, нафиг. Козел, только я тут все расчищу. Сейчас на меня прям. Давай, поднимай свою козлиную ногу. Давай, давай, давай. Рожа. Ай, топ. Да как? Ну, конечно. Как это? Честно. Все. Тихо. Ракеты. Ракеты пошли. Раз, два. Давай, поднимай свою коляску. Быстрее. Я еще пытаюсь нас защитить. Ай! Защитила. Погиб герой. А, я сюда. Меня раздавили. Так, это типа с одной ноги на другую перепрыгивать надо. Да. Как будто игра, знаешь, подразумевала, что ты будешь так играть. Да ты своими. Вот здесь что делать? Одно яйцо-то уничтожено, так скажем. Да господи. Надо, короче, вот на эту ляху. Сейчас. Так. У нас тут картина есть небольшая, да? Да. Да господи, хватит плясать. Так. Так. Сейчас, Миш. А дальше что? Не знаю, бей. Я подожду. Вон глаз. Только не говори, что здесь уже стреляют. Стрелять надо, типа. Ай, собака. А если да, а если уроню? Миш, она не бьется. Бьется, бьется, просто долго нагревается. И что он сделает? Поднимет? Мне кажется, он упадет. Видишь, она покраснела как. Давай. Шикарно, спасибо, игра. И куда мне? Гаси вот все, все, что можешь. Не только ракеты сейчас у тебя полетят. И куда вот дальше? Ну, меня этот сбрил. Ну, это было максимально близко. Так, давай просто ради интереса. Второго мы уже. Третий. Ну, хотя интересно этим челленджем, ну, можно ли? Давайте проверим. Я думаю, что можно, но сложно. Такого... Для меня вот этот босс отчасти сложный. Такого пота... Ой, извиняюсь, оружие начал менять. Я не испытывал давно.
Блин, оно открывает сразу нескольких ячеек. Блин. Блин. Так, трэш. Давай, залазь. Я Или кто полезет? Тогда один пусть лезет. Окей, окей. То есть не сбиваем. А вот что, нельзя? Надо рассчитать. Понимаешь, ты должна понимать, когда у тебя удар. Окей. Блин, Юля, а тут пробри и попробуй. О, даже этого босса. Так, сбивается, ну конечно. Вот это вот стадия Всё. Для меня сложная. Прошу не трогать ничего Всё. Тогда. Блин. Я буду... Блин, так... Слушай, ну мне времени не хватит на самом деле. Так. Не хватает времени, я просто не успевать буду. Ну смотри, как я до глаз достигну. Но сейчас мы еще попробуем, конечно, с одной стороны. Не, все так игру тут, не знаю, возможно ли, так скажем. Так, надо встать куда-то. Так, слушай, мне кажется, прямо надо бить. Да, так быстрее. Не вниз бить, а прямо. Так, еще раз попробую. Так, стоп. Да, вдвоем давай. Ай! Я упала, сорян. Блин, Мишка, подвела тебя. Ну слушай, реально. Молодец, я тебе хотя бы вначале буду пытаться помочь. Да, да, молодец. Ну это очень сложно. Блин, меня экран зажал. Ну как его тут успеть ударить? Он быстрый. А, вот он медленный теперь. Так. Где там кнопка-то была? Еще одна кнопка. А, я не успел, наверное. Куда ничего не видно. Бьешь тут? Вам хоть жизни полно. Так. Да, что-то мы сломали. Когда все взрывается, вообще я теряюсь. Две кнопки еще. Так, опять сейчас будет эта глазная. Блин, Юль, я под тобой. Сейчас попытаюсь. Давай. Так, отлично. Так. Так, два удара надо. Так. Так, отлично. Я вообще... Смотри, сколько скилл подрос уже. Просто на ходу это... Потом проходить в простом... Блин, не успели. Ну, пошло вот так. Так, что сломалось? Так. Блин, я несколько раз под этот ток попал. Где я? Я просто всё, себя потеряла. Всё, сломал. Я только не помню, что это даёт-то вот. Сейчас, ра-да-да-да-па. Ай, сорян. Тихо, тихо. Блин. Ну всё. Ну всё, да, ГГ. Тут лучше просто пережить. Да, я пережила. Юль! Ну, молодец. Не собирай ракеты. Ну, Миш, ну случайно. Не собирай. Ну, господи, Юль, у тебя жизни мало. Я один там не смогу потом. Так, здесь ровное. Так, вот здесь надо. Так, сломали. Блин, я там не знаю, что? Сколько у него еще. Не вижу. Аккуратней. Так, сейчас. Готовимся. Раз, два, три, четыре. Пью. Все, пошли. Молодцы. Блин, ну ракеты, ну господи, ну все, я срань. Вот это с ракеты. Так, все, я пошел. Пошли к черту. Заколебай. Да не, на самом деле, то есть это ничего не даст. Тут ну как я отобью я их? Это нереально. Не, одному здесь вообще просто делать нечего. Это очень непросто. Да сейчас еще у меня током здесь замучает. Да. Учитывая тайминги. Ну, одному хоть что-то видно, но толку... А только что вот это дает, я реально не знаю. Вызывает, что ли, вот этот эффект его или что? Не знаю. О, еще раз подполз. Блин, а голос как у меня. А, все, пол хп. Нет. Прошли. Ну, вот как... Ну, все, сейчас ракета и все. Mm. Хотя у него остался один глаз. Да... Сейчас еще разок попробуем, но даже такую, знаешь, какую-то собачью козявку невозможно уничтожить. Так. Тут вот, давай, Юль, ты так хорошо вот прям тут научилась. Да блин, оно видишь, ну, не по тайне. Все, нормально, нормально. Все, молодцы. Все, все, главное, по мне не попали. Сохрани жизни, вот все остальное. И тут прямо, наверное, можно бить, а не вниз лучше. Блин, ну что-то быстро так, перешел. Вот, а вот здесь вот не видно себя порой. Согласен. И причем надо ловить тайминг. Слушай, знаешь что, если просто ты что, живи. Я понимаю, а иногда знаешь, что стрёмно? Ты такой типа... На-на-на-на-на. Так. Вот. Блин, ну как мы выкрутились еще тут. Ладно, ну здесь пожалуйста. Уже все. Видишь, все. Оно спокойно. Типа не дает прыгнуть. Все нормально, все нормально. Ай. Ты главное хотя бы первые две ступени помоги, а там уже все равно. Блин, ну как ты так-то? Блин, начинается. Да господи, ну тут вообще нереально. Вообще ничего не видно. Еще взрывы, они прям пипец мешают. Это шелуха и без вся. Взрывов тоже. Блин, просто. Так сейчас опять сейчас... будет. Один глаз остался. Пошли.
Блин. Ракет много. Очень много. Блин, скинула. Тебя скинула, а не меня. Блин, ну тут двойной прыжок, конечно, крайне не, ну, не хватает. Ну нет, тут лучше просто слиться. Все, молодцы. Так, готовимся. Слева, что ли? Так, медленно. Молодец. Все, так, еще одна тут. Что-то там ломается, что-то там. Ну, блин, так. Какой же, ну, задержка жесткая в плане. Вообще ничего не понимаю. Так. Нельзя на полу. Так. Тут, ладно, сейчас продержусь. Она хотя бы на тебя реагирует. Да. Да господи, ну почему у меня скорость-то просчитала? Давайте ко мне. А, нет, время полно, но я его потерял. Блин, еще и ракет выше крыши. Так, вот тут. Блин! Так, разнесли. Я вообще, если честно, не помню, что это дает. Ну, может, вызывает вот эту стадию у него. Мне кажется, ну так-так. Да, ну за что, игра? Тогда, слушай, больше не сбиваем. Все, готовимся. Блин, ракеты только летят в нас чисто. Да. Я еще упал. Ну, хотя бы на тебя ракет меньше летит. Фу, глаз разбил. Только я не уверен, что это... Надо все-таки все кнопки эти еще сбить. Так. Где мы там? Все, Юль, может, молодец, перепрыгнул просто по качеству. Где-то тут... Ну, где вот оно? И как? Так, ну опять же, блин, ну это... Пол. И чё сейчас смысл? Зачем нам это делать? Не надо, у него все глаза уничтожены. А, все глаза уничтожены? Ну, Юль тоже. Ладно, ладно, нормально, нормально. Ну, Миш, сорян. Нормально, ты бы нормально. Сказал. Я же сказал, все уже. Уничтожили, я же допрыгну. Так. Да ну, конечно, скручивайся побольше. Мне и так сладко живется в этой игре. Вот, наверное, где-то здесь эта кнопка, точно. Не достал. Сейчас. Разгляди, называется. Так. Ну что, быстро сейчас. Мишка, прыгай. Угу. Ну тут сейчас полегче будет. Ногоножку эту. Да ё, скрутило в... Так. Может, сейчас... Да не, не так не, долго. Не, он вечно, он быстро. О, типа. Отлично. Да... Попал, попал. Попал, но толку-то сейчас. Сейчас пока. Еще раз, Миш, не убегай. Ползун. Да ё, ненавижу, встали. Миш, ты герой. Блин, герой. Это просто трэш, ребят. Мы завалили в итоге двух боссов из четырех, да? Ну, в целом, в некоторых местах мы были близки, но еще порой ведь непонятно, что с ними делать. Короче, челлендж проверен. Пишите, будем ли его продолжать, либо новый какой-то. Пока на отдых. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.